Дум. Как много в этом звуке. Это бессонные ночи, проведенные в боях и поисках секретов, груды выкуренных сигарет, соревнования и сражения. Настоящая легенда. Появилась эта игра в далеком 1993 году и сразу начала свое победное шествие по всему миру. Этому способствовал и метод распространения с бесплатным первым уровнем, и продуманный сценарий игры, и техническая реализация на пределе возможностей, и великолепный баланс между реалистичностью и удобством управления. Нельзя сказать, что это первая игра с видом от первого лица, до этого были и другие, самая известная из них – это Wolfenstein, но они были все же несколько примитивны. Через год после выхода первого Дума появился Doom 2 с переработанным движком, новыми текстурами, спрайтами, оружием. При этом была сохранена преемственность с предыдущей игрой. Можно сказать, что первый Doom начал революцию, а Doom 2 довел ее до логического завершения. Великолепная по тем временам графика заставляла игроков совершенно забыть об окружающей реальности и по уши погрузиться в новую, виртуальную. Режим многопользовательской игры придавал интерес к новому и новому прохождению уже знакомых уровней. Впоследствии также была улучшена и расширена и первая версия Дума. Возможность создания всеми желающими новых уровней также способствовала неослабевающему интересу к игре. Было выпущено множество неофициальных и официальных версий игры. Во многом благодаря Думу развитие получили и системы виртуальной реальности. Виртуальный мир стал новым культурным явлением, вызвал появление нового фольклора и литературы. Были обвинения и в пропаганде насилия. Впоследствии на движке Дума появились и новые игры: разноцветный Херетик, мрачный и трудный в прохождении Хексен, развеселый Дуки Нукем. Они вызвали большой интерес, но были все же вторичны и превзойти Дум по популярности так и не смогли. Все остальные игры этого типа уже были просто развитием технологий. Легендой стал именно Дум. В отличие от всех остальных, он не растаял в омуте прошедших лет, а непрерывно совершенствовался. Разрабатываются новые движки, новые уровни, улучшается графика, появилась возможность игры через интернет. По мотивам Дума снято два фильма, которые, однако, так и не получили признания, во многом из-за того, что базировались на более поздних версиях игры, которые уже были не так популярны. Со времен создания Дума прошло уже 30 лет. Однако порт 666 по-прежнему открыт. Битва продолжается.